Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок. Крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй!» — сказал маленький принц. «Здравствуй!» — отвечал цветок. «А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. Цветок видел однажды, как мимо шел караван. «Люди?» «Ах, да! Их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад. Но где их искать, неизвестно. Их носит ветром. У них нет корней. Это очень неудобно». «Прощай!» — сказал маленький принц. «Прощай!» — сказал цветок.